Тогда ближе к нашим реалиям, Рубер Сундыкович, речь еще об Александре Шеременко. Сейчас вновь такой виток, да, популярности вокруг этой персоны. Насколько он вписался, к примеру, в сегодняшний турнир и вообще в перспективе может быть потенциально бойцом Лиги ИСИ и с кем его можно было свести? Интересно ли вам вообще? У нас же изначально была тема связана с этим бойцом, да? Да, было. С кем он должен был драться? Но мы не дошли до того, с кем он должен был драться. Планировали только в обсуждении. Мы Токов. Конкретики не дошли. Стоков. Стоков? Ну, я не знаю, я помню, что был. Наверное, то, что не было. Токов, Варя. Токов и Смаилов тоже. Ну, я не знаю, что, честно сказать, какого-то особого значения на том, что он выступит в лиге, я не вижу. Потому что время берет свое, бойцы появляются более интересные. Сейчас говорить о том, что это вот, ну, прям настолько сильно востребован для Лиги боя, я этого не вижу. Если кто-то это видит, скажите, скажите мне. Поспорим, посмотрим, послушаем, хорошо?